Yeah.
На счет раз почувствовали напряжение в стопах. Два – икры. Три – колени. Четыре – бедра. Пять – живот. Шесть – руки наполняются силой. Глубокий вдох. Семь, восемь, девять, десять! Я могу сказать одно, что мне это все абсолютно нравилось. Меня зовут Роза, мне 33 года. Где-то 10-8 лет активно занимается вушу. Připomněly se mi nějaké kruhy poznání, co jsem věděl, se mi to objevilo znova. To, co znal raněji, сейчас jako vyplavilo na povrchu slova. Z точки зрения движения энергии. Vnitřní kruh, vnější kruh. Внутренний круг, а внешний круг. Já se jmenuji Honza. Меня зовут Гонза. Já jsem se bylo hodně, bylo to teda hodně informací, jakoby najednou. Эти упражнения мне очень нравились, получил много информации. А инак 6 лет забивам боевым умением. А 6 лет занимаюсь боевыми искусствами. Это был тайбокс. Вначале это был тайбокс. После за собой обрана. А потом себе самооборона. Чуть-чуть. Hodně nových věcí, které jsem se naučil. Я научился něco, co už jsem znal, nebo jsem někde viděl. Научился я кое-каким новым вещам, а что-то вспомнилось и старое. Jako celkově trénink super. Целый тренинг был замечательный. Jsem Ondra, 21 rok mám. Меня зовут Ondra, мне 21 год. Trénink se mi taky hodně líbil, hodně. Эта тренировка мне очень нравилась. Hodně se mi líbilo. Особенно... Vlastně jsem utočil, takže jste hned mi to vracel jako. Когда вы нападали, а потом это ворачивалось. А hodně ty páky jako prostě, že vlastně si dělal s náma, co chtěl. Prostě, že мне очень нравилось, что вы с нами делали все, что вам вздумается. Takže líbilo se mi to. A мне это очень нравилось, эта техника. Jsem Roman. Mě zavut Roman. Dělám to od 6 let. Zajímají se bojovými zkušenostmi od 6 let. No, to jsem voják, takže tady to mám první. Já voj. Ale dneska se mi to líbilo moc. Děkuji panu Starovi. Mě nravili se очень сильно. Za tady ten zážitek, je to nejenom jako pro nás, mluvím za vás všechny, asi čest. И по мне это велика честь, вы пришли на это честь, что вы здесь находитесь, от вас получили эти знания. А что се тиче технического приноса, чумел сам. Ну, то, что касается технических вещей, так я просто на это, как говорится... Обалдел. Обалдел, да? Начинала.